27 апреля. Станция Старая Малукса. Как вы думаете, зачем мы здесь? Други наша ни малейшего понятия не имеет, что мы тут делаем. Но мы-то знаем. А мы встречаем Башку. Башка приехал. Серьезно идет. Сейчас побреем. Пострижем, вернее. Здорово, Башка! Здорово, здорово. Здорово. Это Олеся. А это Серега. Ну пошли. Погрузимся. Как всегда в Ганса. Но. Сильнее, сильнее. Ослаб совсем. О, ну где-то выхожу. Снег вот так вот. Даже неохота была. Ну иди забери там. Очень долго разогревала. Огонь разжигала, никак не могла. Да, вот он. Мне уже начинать плакать. Привет. Привет. Тише, 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 тише. Привет. Тихо, тихо. Как же нельзя, так же сердце. Сереженька, своя. Какими судьбами-то? У меня подобрали там, вот он. Пивного пивного ларька. Да, к ларьку подъезжают. Или ты там еще жил, на том берегу? Да я не уезжал, там и жил, да. Весь этот год в бане там жил. Привет, привет. Игорь Иванович молчал, как паразит ведь, а. Здорово, Игнарича. Да я взрослый, хочу, я хочу убить просто. Привет. А где этот? Гав, гав, гавшин. А он там. Игнар, пойдем, я тебе вкусность привез. Это самый серьезный продукт, который привез Игорь Иванович. Меня еще ползавода. 5% у меня все-таки было, что Сережка. Че, приостановили? Я уже с утра сегодня. Резко не стал работать? Вдруг? Работать? А, да ты все совершил. Нет. Проснулся ведь, а? Успел проснуться. Опа! Кто там голос подает? Кто там голос подал? Ну, еще раз голос. Башка приехал, что ли? Да, Башка приехал. Сейчас. Колготки сейчас натяну парадные. Серега, он сейчас колготки оденет. Кто отпускает, кто не отпускает, кто отпускает, кто не отпускает. Чего попало, там это было. Просто сегодня хотели. Где был? Отчего опухоль? А это что за опухоль? Отряд опухоль. Нет, у меня нет опухоли. Что, кстати, с волосами, я не понял. Где машинка? Машинка, о. Две машинки. В лагере две машинки. Окантовочку. По старой схеме. Я, кстати, насобирал караедов тебе. Класс. Конечно, давай! Не понял я, как так? Что такое это? Саша, открывай переднюю дверь, открывай. Это же было верить, Саша. А так верить-то верить-то. Нет, я все-таки, да, я думала, что все-таки они каким-нибудь образом Сережку привезут, но он сам приехал. Ешьте. Да была мысль с парнями уехать с Ижевска, но они только сегодня вечером выезжают, блин, и то и фиг знает, как они там поедут, что не поедут. Долго, до конца. А? Не, я завтра поеду, сейчас пиво допью. А те парни знают, что ты едешь? Нет. Нет. Не знают? Если вы сейчас ВКонтакте не сообщите, то они не узнают. Я точно сообщил. Игорь Иванович, и ты все это время знал? Да.
самого-самого начала. Я обожаю своего мужа. Я все это время знал. Это мы плачем, да. Сидим, рыдаем около костра. Игорь Иванович сидит. Да. Спустим гитару. Да, бедный башка там и плачет, да, в глазе, его не отпускают. Мы даже не смели фотографии-то посылать, вернее, не будем смотреть. Расстроим Серегу. А он там сидит и хихикает. Я ему отправлял. Это чья гитара? Моя. Твоя? Да. Это подарили. Тебе подарили. Ну, надо хранить. Оттуда я обратно пошли. С подругой приехал. Беленькая. Да, нашего любимого не было. Пятиозерный. Мы видели пиво. Три шурупа. Я рад снова оказаться с вами. Я знал, что вы ждали меня. Этим и вызвали меня, скорее всего. Наша вся энергия. В один большой молот ударило по башке директора у меня. И он все-таки отпустил меня в отпуск. До встречи. Ура! Ой, горькая, хоть и беленькая. Или наоборот. Башка бабахнула. Бабахнула, да, сегодня. Ну, Веренька. Так, а как в итоге тот, который я на парке? Он работал? Да, ползавода отпустили в отпуск. Не стала работать, нет, резко не стала работать, склады переполнены. Вот, оказывается, почему мы бабахнули в нашей энергии. Ну, это все равно, почему Игорь Иванович все равно толчок-то все равно. Да, я так письма не видел. Не видел? Неделю они молчали, суки. Потом сказали хоть? Сказали про письмо? Я пошел потом в отдел кадров, когда все подписали отпуск, расписываться. И это, я говорю, мне письмо дайте, почитайте. Мне, говорит, исполнительница забрала. Все письма забрала, все три письма забрала исполнительница себя. Делать, конечно, это. Ну, думаю, ладно, уже отпустили, уже не буду. А слов я уже приготовил таких. Без стеснения хотел. Вы препятствуете благородной миссии. Как его? Да? Соседка по огороду, подружку, маму, отца, это, ну, чуть так говнит, короче, как будто я не знаю. А все на заводе считают, что это у меня подружка, как бы вот так вот. Ну чё говнит-то, блин, до стольки лет дожить и вот так вот себя вести, ну чё за фигня-то? Переменчивая погода сегодня продиктовала нам необходимость парка хозяйственного дня. Башка приобрел обнову. И на этой обнове парни подогнали. Есть залет. А, парни подогнали. Парни подогнали. Есть залет. Саша, вот этот залет. Кто отправил мне через Андрея, через Волика. Вот этот залет сейчас Инга Ивановна будет героически устранять. Нежные губки Сергея Владимировича не обветривались. Провинились. Ну давайте положим. Они вот уже начали брать разделение у нас на стойку. Паша, наш Игорь Иванович. Динар. Вот что я курил. И по-любому больше что-то курил. Мы снова на сопочке, где кормили Кузьмича.
Сейчас посмотрим, съел он, не съел то, что было оставлено ему 16 числа. Все на месте. Не тронул. Тронул, ребята. Тронул. Тронул. Картошку, видите, спихнул. Ага. Картошка спихнута тоже. Финики. Один остался. Пятеро съедено. Подмятая коробка, вот эта, видите, она была целая. Не смог открыть. Приоткрытая. Это мной приоткрытая. Вот эта, правая. Этот, мясо с горошком и морковью. И вот, ну это, возможно, птица, смотрите. Вот. Клевки, возможно, птиц, возможно. Но не факт, какая птица картошку будет жрать. Поднимите вот эту картофельную, в объектив мне ее. В объектив покажи. Возможно, птица. Вот это. Ну ладно. А финики-то забраны, сладенькие. Один у нас оставлен. На, покормим еще товарища. Открывай баночку. Приоткрывай. Так, нет. А, она уже открыта? Да, да. Просто прикрой ее от воды. Да, вот так. Ага. Хорошо, коль так. Можно самим потом на горку вот туда подняться и самим поснедать, глядя на болото. Еще вот. А, еще же у нас есть. Макарошки. Макарошки, да? Давай макарошки в банке оставим. Тоже прикрой ее. Не плотно. Но прикрой крышечка. Вот так. Вот кусок хлеба попробуй. Оставь. Получается, не скрывать, что я тут. Ты не поймешь, что я тут. Прям какой-то. Так хорошие, сухие. Сделал, принес. Хорошие. Хочешь лежать хорошо? Сереваю просто. Так вот. Вот он как. Понимаешь, нет? Наши удмуртские дрова так не колятся. Вот так все быстро. Процесс водружения знамен начался. Так, отлично. Так, все, прекратили. Серьезно, картина серьезная.
Ну вот и флаги у нас взвинулись вверх.